Кадры камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое покупателей зашли в продуктовый магазин якобы купить алкоголь. В это время один из мужчин достает предмет, похожий на пистолет, и угрожает им продавцу. Второй подозреваемый перегибается через прилавок и забирает денежные средства из кассы в размере 14,5 тысяч рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «Разбой». Несмотря на то, что подозреваемые были в масках, сотрудники уголовного розыска вычислили их и при поддержке бойцов Росгвардии задержали. Задержанными оказались 25- и 28-летние граждане, проживающие в Саратовской области. Ранее у мужчин не было проблем с законом. Полицейские установили, что после совершения противоправных действий они скрылись на такси и потратили похищенные деньги на личные нужды. В настоящее время фигуранты задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации. Расследование уголовного дела продолжается.